эру новая Атлантида. Начался новый день, а это значит, что впереди вас ждут новые эмоции. Перцы и блондинки, кактус и пончики. Ура, 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 товарищи! Какая партия наберет большинство голосов? Кто же станет новым верховным архонтом новой Атлантиды? Вчера целый день новоатланты находились в ожидании результатов голосования. Утром на территории нашего государства проходили политические дебаты. Кандидаты от партии доказывали свое преимущество жителям Новой Атлантиды. Призывали сделать правильный выбор и отдать свой голос именно им. Поздно вечером момент истины настал. Слава тебе, Иисус, слава.
восторг, я мечты для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть, и так будет всегда. В ближайшее время, как я Верховный Архонт, собираюсь устроить замечательные дискотеки, чтобы ночная жизнь наша стала намного интереснее и позитивнее, и добрее, и веселее. Потому что отбой в 12 часов – это очень скучно, и хочется разнообразия, радости и позитива. Ну что же, Верховный Архонт избран. Пожелаем ему удачи и новых свершений на благо жителей Новой Атлантиды. До скорой встречи!